Коллеги, еще раз доброе утро. Доброе утро всем красноярцам. Ну что, мы сегодня стреляем из лука и арбалета. Собственно, вот здесь вот олимпийский вариант. А здесь вот арбалет, олимпийский вариант. А здесь обычный лук, который прост, да, прост в применении. В принципе, давайте, наверное, с него и начнем. Расскажем, как же все-таки им стрелять, в каких случаях быть осторожным, потому что, как говорили мне уже инструктора, надо делать всегда вид, что оружие заряжено. Угу. Так что вот, делаем вид такой. Ага. Разворачиваемся. Разворачиваемся. Другую руку. Ага. Оп, заворачиваем. Оп. Достаем стрелочку. На самом деле оно не такой уж и он вот так вот все делается, ага. Не такой уж и тяжелый. Сейчас мы сюда и протягиваем. Оп. И натягиваем. Вот это перо, оно у нас должно быть в ту сторону. Угу. Выпрямляем ручку. Сейчас мы. Хоп. Да. Угу. Еще прямо. Прямо. Вот так вот. Сначала вниз. Мы с вами будто бы на уход, на охоту идем. Поднимаем. Поднимаем. В кого стрелять будем? Давайте в кабана. Давайте. И растягиваем. Растягиваем. Дальше, и дальше. Еще дальше. Дальше. До лица. Так, и отпускаем. Выстрел. Стреляем в кабана. Да. Оп! Я ему попала. Филейную часть. Филейную часть, да. Давайте попробуем сейчас таким же образом убить оленя. Ну, на самом деле, да. Так, с лука тоже. Оп. Большое животное всегда проще убивать. Мы активно вот эту развиваем идею 3D-охоты. Да, потому что это как бы эко-охота. Это успокаивает тех любителей животных, которые не могут стрелять. Да, это как бы есть реализация вот этого охотничьего инстинкта. Так. Так, что не так? А. Вот, так. Тянем. Но все животные остаются у нас целые. В левого кабана? Отойди. И оп! Не попало. В елку я попала. Ну, ничего страшного. На охоте. На арбалет? Да, давайте перейдем на арбалет. Покажем еще раз, вот, чем же все-таки олимпийский вариант отличается от простенького, который вот был у нас в прошлом включении. Во-первых, он... Этот арбалет у нас уже имеет раздельные плечи. Угу. Спортивный диоптрический прицел. Попроще будет с ним обращаться, да? Ну да, прицеливаться с него проще. Попробуем выстрелить в оленя с олимпийского арбалета. Так. Заряжение также. Красным пером вниз. Угу. Так. А можно я вот так вот? Давайте с ним. И чтобы видно было всем зрителям, как это делается. Так, что с чем должно сойтись? Смотрим сюда. Угу. Видим отверстие в отверстие. Видим. И в середину ставим на вот этот шпанек зеленый. Так, подождите. Предохранитель, как готовы будете. Угу. Чуть-чуть довернуть. Примерно вот так. Угу. Готово, можно стрелять. Так, я оленя должна увидеть? Да, середину оленя. Вижу. Оп! Куда я ему попала? Восьмерка. А где эта восьмерка? Вижу. Здесь на мишени, сейчас покажу. То есть я в оленя попала или нет? Да. Попала в оленя? Вот, три зоны на 3D. Угу. То есть вот эта центральная зона, это идет 12 очков. 10 очков, 8 очков. Крайние зоны по условиям соревнования могут быть 5 очков, могут быть 0 очков. И в хард-версии это вообще минус 5 очков. Ага. Так, ну что, я думаю, давайте вот для тех, кому жалко животных, могут прийти сюда, в принципе, в любое время пострелять. Это находится в Дропино, это тренировочная база. Ну и давайте еще раз напомним, да, 30-31 числа у нас открытый чемпионат Емельяновского района по стрельбе из арбалета. Все желающие могут прийти. Подробная информация ВКонтакте. Группа ВОЛХ. Отлично. Ну что, я думаю, выходные впереди, самые насыщенные, так что приходите, постреляйте, зарядитесь, ведь в каждом из нас живет настоящий охотник. У меня на этом все, коллеги.